Так, что тут дальше? Герыся, так, что у нас тут? Наносит один всем существам. Всем. То же самое варьер надо делать. Правильно. Мы его тогда убили. Правда, не знаю, может казнь взять все-таки. Опять этот чел должны растащить, конечно. Кстати, тоже неплохие парни. Что корона делают. Урон, правда, жесткий. Ну потому что, ну. Ну потому что там, видимо, в чате никто с первой попытки его не проходил. Же говорю, рандом. Блин, чё взять, а? Хрен с ним, давайте вот это. Где карты брать за убийство? Почему я не вижу этой карты? Вот они две.
победа или смерть. Поехали. Магма. Поехали. Три урона за одного? Охренел, что ли? Ты поосторожнее с этими камнями, ладно? Ни хрена себе. Что много. Больно. Чё-то так скажу. Старайся не взорваться. Тебе еще повелителя элементалей изгонять. Повелитель огня сорвет. Ну, молодец вообще. Так. Блок щитом. Не получается, да? Ты кто? Да и без сала нормально. Пока что. Просто надо убивать каждый ход. Зашел парень. А мне нравится за тобой наблюдать. Так, ну вот эти три огня камня как раз. И сейчас начнем валить их. Мой клинок жаждет крови. Поехали. Блин. Кого ж ты будешь бить-то? Правильно. Это правильно. Блин. Так. Замечательно. Не замечательно. Не, ну так нечестно. Так, хорошо. Я не могу больше знать цвета и моего клинка. Атакую!
Нет! Нет, не надо по мне попадать! Хрен с ним! Нормально! Вот туда, да. Все. Выжрал. Героик. На, жри. Вот этого проходил пристав, Массала зарулила. С какого раза у тебя Массала зарулила? Так, что тут дальше? Если у героя противника осталась неистраченная мана, наносит ему 10 единиц урона. Тут надо четко. Ну, фишки я тоже с первого. Так, здесь надо, чтобы... Да. Манна, да? Постоянно юзалась манна. Но может быть шамана действительно сделать под него, под этого чела. Только с чем? Специфика не ясна. Шаман хорошо манусу контролирует, то есть там... Не упускает ее, да? Либо приз хорошо контролирует, если ему, соответственно, у него много карт в руке, он четко все делает. Кстати, а возможно и вот так попробовать можно. Опять же, через хилки, через это все и все нормально. Давайте попробуем, кстати, с этим крестом, может получиться. Где он тут? Порабощаем дварфов. Шайм имените гостей. Если на первый ход мы всегда десятку, да, урываем. Ну ладно. Можем не урывать. Ни хрена себе. Да и хрен с ним, 10 так 10. Я помню, сколько там. Сколько? Блин, вот это я забыл, кстати, про эту хрень. 5 урона по всем, это плохо. Наносит всем вашим персонажам 10 единиц урона в начале хода Гидона. Да. Не-не-не, блин, у него тут не только эта обилка увеличилась, тут у него все увеличилось. Да, надо варлока делать. Варлока. Да, варлока. С переполняющими мощностями и все такое. Здесь жопа. Ты сильнее меня. Да. Давайте. Ой. Слишком уж жуть. Эти жертвенные приговоры могут тоже поиграть нормально. Хотя, ладно. Давайте все всякие сплы берем.
что нам жалко, что ли? Ужас не то вот этой хрени. Пламя тьму подрывать своих. Что-то еще есть. Гидон точно не демон. Так, я думаю, что всякие вот заводные гномы нам могут пригодиться. Вообще всякие единицы надо брать, конечно. Так. Кстати, можно и с салом контрить его. А все уже 30. Тогда давай вот эту убери, всякое дерьмо. Думаю, молодых милевары тоже закатят. Так, а я взял до двух тех? Да, вот так хорошо. Очень хорошо. Или аккумуляторов думаешь, да, брать тоже? Комбинаторов, точнее. Да, да, почему нет? Мастера можно взять. Погнали. Какой-то странный чернокнижник, но хрен с ним. Так, героический, да? Да. Гидоша. Факт, дружище. Не факт. На тебя врыло. Я служу повелителю огня. Блин, жирные карты у него какие-то. Даже обидно. А не хреново. О, замораживать можем. Так, главное, чтобы Джараксус не выстрел. Хотя... Почему нет? Правильно. Блин! Жесть. Ну блин! Ну как ты так все запорол-то? Пипец вообще. Я
Так, нам нужно 6 маны потратить. Как факт, можно сыграть ли прогном плюс ужас. Либо сыграть. Ой, что-то мало хп. Так, секунду. Секунду. Мне кажется, нужны хилы какие-то еще, помимо того, что я набрал. Тем более у нас на третий спелл не очень хорошо все. Все согласны. С другой стороны, можно еще по-другому сделать. У него же тоже демоны есть, да? Может, действительно жертвенный... Ну, что-то как-то много всего. Так, давайте вот это уберем. Жезлоклёва тоже уберем. Медиваров тоже уберем. Поставим жертвенный. Все нормально справляемся, я думаю. Так, и нам бы что-то какого-то ярого демеджа надо. Прям жуткого. Конца. Что реально парящего стража сделать? Хрен с ним. И чисто на хилах попробовать. Блин, не знаю, только если, например, мы выходим в Джараксуса, то у нас обилка этой валит сразу, что мы не сможем раскастовываться. Что мне не нравится с ним. Твоя душа будет моей. Ой. Ладно. Чтобы не получить 10 урона сейчас. Все нормально.
Ладно. Какие еще демоны есть? Да, ну вот надо, чтобы он зашел, понимаете? Я служу повелителю огня. Ты молодец, честно. О. Давай. Понеслась, руби его в капусту. Тьфу ты, блин. Ладно, сейчас это законтрим. Повелителю огня. В смысле, я надеюсь. Так. Можем, кстати, его же и сожрать, либо взорвать, ударить. Давайте взорвем лучше. Опа, а можем не взрывать, можем. Не, пока переполняющую мощь, ладно, оставим. Да пошел ты нафиг! Задолбал. Своей хренью. Так. Давай демона, во. Норм. Так, 4. Демон. Блин, что-то маны много стало опять. Хрен что сделаешь. Твою мать. Он всегда 2-5, да, выбирает? Хм. Так, ладно. Так, 5-2-1, окей. Зачем меня призвали? Еда, еда. Блин, на 10 ману все время запиливать что-то не... Не по фэншую теперь. Может, надо свои кристаллы маны уничтожать. Реально.
Значит, Джаракс все выкидывает. Что я делаю следующим ходом? По 10 урона умираю. Слушайте, точно, походу, шаман нужен с перегрузками. Что сейчас 10 маны никак не потрачу. А нет, потрачу, повезло. Лол. Давай! Жми! Ну и что это за дерьмо? Тут 6 уже, все, сейчас будет на 10 урон. Так, так. Запускаю обнимашки. Так, а прохилить я могу как-то? В принципе, пофиг кого делать, да? Но я хотел так. На 20 маны рекомбулятор. Будет то же самое, мне кажется. Правильно, я думаю. Ладно. Запускаю обнимашки. Будет немножко щекотно. Змей. Ну, конечно же. Змей. Давай, следующим ходом либо убиваешь, либо умираешь. Так что соберись, ё-моё. Нет. Так, где два урона? Два урона. Мы его убиваем. Твою мать, два урона дай. Да ладно, ну ты чё делаешь-то? Ты серьёзно? Подождите, точно? Охереть. Я просто охренел только что. Ну пипец вообще. Возьми гоблина и поставь его себе. Два урона не хватило. Надо было своего делать. Что? Какого демона? Блин, вот его пропёрло. Почти. Твоя душа будет моей. Два урона. После этого босса не спаунится еще один. Не спаунится. Вообще ты взял, что спаунится? По-моему, ничего там не спаунится после этого босса. В следующем спаунится. Насколько я помню.
Не зря я яйцо поставил, мне надо было, конечно, жизнеотвод делать. Да. Рак. Рак. Вот так. Чего надо взрывать, да, еще одну ману тратить. Либо. Я могу поставить Джараксус. Загорелся. Сейчас взорвем его тогда. Бездна ждет. Время меняться. Давай. Хватит орать! Да хорош! Ладно, норм. Помните, воротник. Блин, только не единичку. Фу ты, блин. Рак. Так, тратим ману 3. Время меняться. И 3. Здесь еще нету лавы. Тьфу ты! Правильно сыграл с яйцом. На самом деле. Гул'дан и Арон Гедон. Ты сгоришь. Сам сгоришь. Моя душа будет моей. Сейчас единичку не дадут, можно убивать. Далее. Рагнарос поглотит тебя. Плохо. Надо мне, нехорошо. Сто один хп, вот уродец. Ну-ка, обними меня. Каждый ход надо брать. Щекотная.
еда. Твою нафиг, как я двоих должен убить? Ну охренительно. Еда. Ну ладно, этого я сожру, а этого как? Еда. Сейчас причем огненного великана нет смысла ставить. Но единственный шанс это вот... Если убью... 4 урона надо сюда нанести. 4, не меньше. 4! Ну да, дерьмо. По две бомбы ставят уже. По две бомбы заход. Ну что за гов... Ладно. Спокойно. Зачем меня призвали? Моя переработка отложена. Охренеть. Просто охренеть. Да. 10 урона и пролетит. Конечно же, он еще не сделал. Ну да. Никак 10 маны не сносим. Слишком просто. Следующим ходом мы умираем. Какие 48 хп мы не снимаем. А знаете, что здесь нужно? Здесь нужен этот, когда герой иммунен, понимаете, что вот эта хрень меня не убила. А у меня нету этого героя. Тут реально. Тут реально он бы спасал. То есть легко проходится с иммунным парнем. Типа, помните? Демон, который делает вашего героя иммунным. Вот он нужен. И на демонах. И тогда просто все. И тогда можно ману хоть оставлять, пока он его не убьет. А так я думаю, что нереально. А у меня его нету. А, надо пробовать, конечно. 2 хп там оставалось. Будет моей.
Так вообще фигово как-то получается. Рагнарос поглотит тебя! Ну чё там, чатик? Молчит опять. О, Зонкит, привет. Я служу. Блин, меня эти челы еще так бесят. Под хрена выжигателя. Возгорание. Магом с эхом? Ну как? Ну понятно, что магом с эхом, кстати, да, можно тоже убить. То есть полная рука постоянно существ, ты начинаешь мочить, это интересно. Не спорю, можно, да. Ну да. Мы сейчас будем взрывать этого парня. Блин, а мы его взорвем и чё? Чёрт, а? Подождите, мне нужен жертвенный приговор. На единичку 15. Блин, не получается, ё-моё. Так, а если так, потом жертвенный приговор 3. Чёрт, а. Три двак получается, нормально. Это взрывать нельзя, да? Окей. Еда. Не хочу рекомбинатор. Только не лаву, только не лаву. Вот уродец. Неплохо, неплохой у нас тут парень. Так, у нас... А, нет проблем. Делаем так. Так. Замечательно.
Так, секундочку. Слушайте, я буду кого-то взрывать или нет? Убиваем следующим ходом. Все, победа. Фух. Привет, так что он будет еще? В смысле, мертвый? Он не мертвый, просто. XCOM там ничего интересного пока не происходит. А то, что вот сейчас я записываю, это будет все. Например, Hearthstone сейчас я выложу. То, что мы проходим, вот эту штуку. Блин, а вот Рагну как сейчас проходить? Мы в прошлый раз его еле-еле прошли. Ну паладином, да, чем еще? Только что удалили паладина. Ну, сейчас будем пытаться паладину опять пройти. Так, горе друида удалим сразу нафиг. На-на-на-на. Блин, такая имба, кстати. По факту просто охренеть. Какая имба. Да. Какого дракона? Что их мало, что ли? Да даже и зеру берешь и просто забой. Просто одну зеру берешь и выкладываешь 5-5-5-5. И зеру уже стоит не 9 мана, а 5. Ну, в смысле, ладно, 7. Значит, приятно. Зера за 7 мана, это... Я бы сказал, охрененно даже. Так, а он спамит там вообще что-то или нет? Элементальный техник такой себе. Прохладное занятие. Тоже, да, за 3 маны 3-5. Если у вас есть в руке дракон. Да, конечно, есть. У меня Zero, он все игры есть в руке. Не знаю, по-моему, сама эта комба вытаскивает вообще все игры. Можно просто затягивать флейт, когда ставишь изеру за 7 мана. И привет, парни, передаешь. Ты на 7-м ходу ставишь изеру. Что тебе еще нужно? На 5-м ходу 5-5 дракона, на 6-м ходу еще одного 5-5 дракона, а на 7-м ходу 4-12 изеру. Ну это... Все. Все. Чувак приплыл.
Давайте же животноводиков надо брать. Что там, кто там еще есть? Блин, он по два мочит-то. Это ужас. Кстати, может дробителем, как спам жесткий, блядь. Тоже или дам. Вон, попробуем. Не уверен я это, конечно. Тут винобилка это жесткая. Да, да вообще пристан драконов надо делать. Приста, я его сделаю. Мне дракончики за 1 ману и 2-3 очень нравятся. Утер и мажордом экзекутус. Никто не сможет устоять против живого пламени. Так, а что он там делает, я уж забыл. А, надо дать ему заспамить. Что? 3-3 уже, ни хрена все. 3-3 это прикольно. Ладно, фигня, чё ломаешь. Меняется. Лошарик. На, в щит тогда. И меняйся дальше. Мне покажется, он понял, что это неудобно. О, животное. Примкни к нам. Хитрец вообще. На тебе раздражатора, наслаждайся. Что он говорит вообще? Затрален дома? У меня нет времени. Так, броню потихонечку прорываем. Если у вас в руке нет карт, ну-ну. На самом деле, у меня спам достаточно неплохой, я вам скажу. Следуй правилам. Никто не должен выжить. Лицо надо было бить. О, здорово. Ух ты, пёс. Никто не должен слышать приказа. На, 2-2 бей, вечно. Но... Но сюда. Будь хитрый какой, а? Неужели в щи будешь делать? Ну хорошо, я вот это 9-5 заберу. Что не умничал. Никто не должен быть. Жду приказания. Нормально будет так. Пробил 11 лицо, отдал 9-5. Так и плохо. Да, да, да. Блин, а. Наглый. Наглый. Мою, Казань, мою. Блин, ну как добить. У него там 5 гигантов, блин, в руке. Надо, чтобы он всех поставил, мы всех равенством и забрали сразу. Он сейчас стримал, пацан. Так. Примкни к нам,
или умри. Давай ставь всех. Так. Да, всех ставь. Что, 5 штук поставил? Давай, 5 штук остается. Мне кажется, это все равно не все. Их там гораздо больше. Черт. Ну ладно. Не очень хорошо, конечно, получилось. Жду приказаний. Охренеть, 30-30. Того, кто видел зарю этого мира. Да пошел ты нафиг. Как его убивать-то? Ну, это фигня. Ну что, сейчас две... А, что-то он не спустил, кстати. Ну ладно. Что там не стреляет? Ну это хорошо вроде, да? Очень хорошо, что он не стреляет, правильно? Потому что он яйцо стоит, что ли, поэтому не стреляет. Стреляет реально что-то. Я даже не знаю, хорошо ли это, плохо. Имя справедливости. Это было. Что приказать? Так у него там походу два еще. Если будет у нас, то будет единица все. Это было последнее предупреждение. Примкни к нам или умри. Ой-о! 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 Это было последнее предупреждение. Странный какой-то Рагна, короче. Ну не стреляет обилка, чё за бред? Там пропустил ход. Прикольно. Это было последнее предупреждение. Я выполню свой долг. Так, сейчас будут гант. Опачки. Ни хрена. Блин. Так, надо его за два хода как-то убивать, ребят. Черт. А если я всех отдам, я же его не завалю потом. А если я сейчас равенство, он еще двоих поставит потом. Меня тогда точно умрю, если животик не зайдет, либо с мечом. Надо надеяться, короче, походу. Да, вариантов что-то нету особо. Я буду сражаться.
приказание. Я выполню свой долг. Какой-то дамаг должен зайти. 4 хотя бы. Раз, два, три, да? Два. Отлично, отлично! Так, подождите, одного надо слить. Вот животик зашел. Я выполню свой долг. Я служу повелителю огня. Он из яичек, а билкой не пользуется, я так понимаю. Труп, короче. Яички лишние. Если бы не яички, он бы по два огненных шара за ход бомбил. Но он ни разу не использовал. Мне кажется, это из яиц как раз таки. Ну вот и пройдено. Изи катка.